Хочу сделать свой прогноз на отборочный матч чемпионата Европы 2020 между сборными Германии и Эстонии. Ну что можно сказать по этим командам? Ну, совершенно разный уровень команд. Германия из Германии, Эстония из Эстонии, да? У немцев сейчас происходит переход от одного поколения к другому. Мюллер, допустим, уже не вызывается, и Кросс не вызывается в сборную. Поэтому, ну, появляются многие другие немецкие молодые игроки, которые хорошо играют. Вот. В принципе, ну, не Германия по-прежнему мощная команда. Совсем недавно в отборочном матче они обыграли в гостях Голландию, то есть Нидерланды. 2-3, думаю, никаких проблем с нападением у них нет. Что можно сказать про Эстонию? В Эстонии вообще все прибалтийские команды, они очень сдали после развала СССР, да? Прошли там вот эти нулевые годы, они вообще положили большой, большущий болт на футбол. У них там сейчас баскетбол, все, а футбол там настолько в большом пиздеце, что просто нет. И сейчас вот эти Латвия, Эстония, Литва, они доходят уже до уровня Сан-Марино. То есть вот до такого уровня. То есть раньше такого не было. Потому что я напомню, что Латвия, например, выходила на чемпионат Европы в финальную часть. Вот. А сейчас очень слабо. И вот в предстоящем матче с Эстонией, я думаю, немцы там минимум 4 мяча забьют. А то и 5, 6, 7. Потому что Эстония очень слабая. Что я хочу поставить на этот матч? Я хочу поставить две ставки. Они оба будут связаны с тоталом. Первая ставка – это общий тотал больше 4. Ну, то есть на две команды, да? Коэффициент маленький, правда, но ничего. И вторая ставка – это индивидуальный тотал Германии больше 3,5. Вот, тоже, в принципе, небольшой коэффициент, но я абсолютно уверен, что они сыграют. То есть Германия меньше 4 мячей не забьет. Эстония ни одного мяча не забьет, это могу точно сказать, но за счет результативности Германии мы, думаю, получим необходимый нам результат. Вот такие два моих прогноза. Индивидуальный тотал Германии больше 3,5 и общий тотал больше 4. Ждем матча. Всем пока.